Рахмат, Дастанар Зибекович. Өткірбек Асылбекович, бір нәрсен түшіндіріп бере аласыз ба? Ұшыл EPC контрактының іштеу механизмдің түшіндіріп бере аласыз ба? Терге тоғына берейін, Самедин ұлы жауап берсін. Сұрағыңызды қайталап қойасыз ба? Кешір қойасыз ба? Ұшыл EPC контрактың іштеу механизмдерін түшіндіріп бере аласыз ба? EPC контракт бұл международный контракт болып саналады. Бұның дағы арғандай формалары бар екен. Бірақ біз қолданған форма, аябай бізге ыңғайсыз формасы екен. Бұл басын бірінші 386 миллионға мен сізге ұшыл екі энергоблок салып берем. Сіз қалған жұмыстарға аралашпайсыз. Барын мен өзім атқарам деп подрядчик өзіне обязательство алады екен. А заказчик болса, мен сіздің асқарған жұмысыңызды қабыл аламын дағы, осы 386 миллионды төлеп беремін деген келісім екен де, мұндай жай айтқанда. Отчет беріле ме? Отчетті, егер де сізде маға претензия болса, мен тапсырып атқанда деді де, мен өзімнің себебіммен, өзімнің шотыман ошол кемшіліктерді барын жойып беремін деген отчетті мен сізге бербеймін деген условия бар. Ошондо бүгүнкү күндө биз мисалы ТВЭА-дан эч кандай текшере албайбыз, эч кандай отчетторду ала албайбызбы? Эгер келишимдин условияларынан исходить этсек, ошондой болуп калат. Ошондо проект жок болсо, ТЭО жок болсо, эч тендер өткөрүлбөсө, бүгүнкү турган жабдуулар, ушул реконструкция болгон тесттин сапатында текшере албайбыз, анткени биз мисалы тендер өткөрсөк, ушул эң жакшы сапатын тандаганга, эң жакшы бизге ылайыктуу баасын тандаганга укуктуубуз болчубуз да, туурабы? Туура. Бүгүнкү күндө ошондой же сапатын, же баасын эч тандабай, көздү жумуп, мындай тестти курдурдук деп айтсак болот, туурабы? Туура, өзү келишимде ошондой бир условиясы бар. Заказчик имеет право участвовать на заводских испытаниях закупаемого оборудования деген условия бар. Биз эми бул условиядагы формалдуу түрдө эле аткарылып калган, биздин энергетиктер барган, катышкан, бирок реальный испытания, реальный качествосун текшерүү мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Для этого надо было привлечь третью незаинтересованную сторону специалистов именно по китайскому оборудованию. Этого всего не было. А бүгүнкү күндө ушул аудитти өткөрө албайбызбы? Ушул ТВЭА-га биздин өзүбүздүн мындай кемчиликтер мындай-мындай деп айта албайбызбы? Ушул именно качествосу жагынан. Качествосу боюнча претензиялар болсо, бизде эксплуатационный срок, гарантийный сроктор бар. Ошол гарантийный сроктордун ичинде мы можем предъявить претензии, но пока таких претензий со стороны заказчика не было. Ну, буквально недавно же была ситуация, когда произошла авария на ТЭЦ, и как раз-таки вот в реконструируемой части произошла эта авария. Был же такой прецедент буквально недавно. Нет, такого прецедента не было. Я читал тоже в прессе, что была авария, она была связана с трубой, которая была демонтирована в период прохождения модернизации. Но именно в двух новых построенных двух энергоблоках пока такой ситуации я не наблюдал, не видел. И Ökmet Jopers'e de olup. Тестин мүчөлөрү жооп берсе болобу? Произошел, уважаемый депутат, произошел свищ на трубе обратной подачи воды. И мы с первого дня видели его и наблюдали. И отмечали его прогрессирование этого свища. И после того, как он уже представил себе угрозу возникновения аварии, то есть это не была аварийная обстановка, это было устранение свища. Но, как правильно сказал предыдущий оратор, эти трубы были проложены во время модернизации. То есть это когда менялись, блоки новые ставились, тогда была модернизация труб. И для предотвращения этой аварии мы на сутки получилось, что приостановили подачу тепла и устранили этот свищ. Если бы не устранили, возникла бы авария тогда. Это было бы просто устранение этого свища. Свищ возникает в месте, где была проведена реконструкция или нет? Да. Это был первый этап реконструкции. Это был первый этап. То есть, получается, новое оборудование, уже на нем есть свищи, правильно? Нет, но это возникло, на нем не было свищей, на трубе, на месте сварки было, на месте сварки.
то есть сварка, может, какой дефект металла был. Понятно. Это была рабочая ситуация, и я говорю, даже если бы в момент обнаружения, даже если бы было на момент, когда обнаружили, все равно пришлось бы такую процедуру проходить, как остановка подачи тепла по обратке. Да? Ушел жебдин реалду реконструкция сна канча каражат кетирилген. Ушел барын аныкталдыбы? Урматтуу Айсулуу Турсбековна, ошол суроого жооп бериш үчүн биз тергөө жүрүп атканда эки түрдүү экспертиза дайындаганбыз. Ал экспертизанын задачасы биринчи очередь бир суроого жооп бериш керек болчу да, каковы были реальные затраты на произведенную модернизацию. И когда они посчитали максимально по высоким ценам, посчитали стоимость оборудования, а вот стоимость строительно-монтажных работ по нашим принятым, утвержденным госстроем расценкам, когда посчитали, вывели смету, вот вышла разница. 275 миллионов было, можно было ограничиться вот такими затратами, а в реальности были затраты в размере 386 миллионов. 111 миллионов – это разница в сторону завышения. Бир суроо бар да. Бүгүнкү күндө биз, мисалы, МИД аркылуу Китайский Народный Республика кайрылып, ушул ТВЭ Кытайдын территориясында текшерилсин деп, мындай мүмкүнчүлүгүбүз барбы андай? Во время следствия мы направляли международное следственное поручение через Генеральную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру Китайской Народной Республики. Там были поставлены эти вопросы, проверить счета и другую деятельность компании ТБЭ. Пока ответа мы еще не получили. Менимче ушул официалдуу түрдө биз кайрылышыбыз керек, анткени бул ишти аягына чейин чыгарбасак уят болобуз. Ошол эле учурда соттун чечими чыккандан кийин конфискация болгон мүлктөн жана буюмдардан түшкөн каражаттар кайсы мамлекеттик мекеменин эсебине түшөт? По делу мы признали потерпевшим Министерство финансов, потому что правительство Кыргызской Республики в лице Министерства финансов. Я думаю, эти средства будут направлены по решению суда в этот, наверное, орган. Бюджет, государственный бюджет. Ушул бюджетке түшкөндөн кийин так ушул кредиттин төлөмүнө жумшалабы? Эти вопросы надо решать на уровне правительства. Минфин, наверное, решит. Из каких средств они? 10 секунд бергиле. Рахмат. Анткени менимче ушул, кандай десем, кимдин күнөөсү аныкталса, ошондон конфискация болгон бүт мүлкүн. Рахмат.